На базе Каспийской школы-интерната номер 2 состоялся финал регионального этапа Всероссийского конкурса профессионального мастерства работников сферы дополнительного образования «Сердце отдают детям». Региональным оператором является Центр развития талантов Республики Дагестан «Альтаир». Началось мероприятие с творческого номера «Танца гимн «Сердце отдают детям», после чего ведущие отметили, что конкурс – это большая открытая площадка для презентации лучшего педагогического опыта, а также возможность получения отклика от коллег и профессиональных экспертов на свои самые смелые педагогические идеи. Отметим, что в текущем году участие принимают 20 педагогов из разных уголков республики. Оценивают конкурсантов компетентное жюри по разным направлениям. Педагог доп. Образования по художественной направленности, естественно-научной, туристика, краеведческая, социально-гуманитарная и многие другие. Далее конкурсантам объяснили правила участия, после чего они приступили к исполнению заданий. Компетентоносный тест, презентация дополнительной общеобразовательной программы, открытое занятие и испытание 4К по решению кейсов.